Это книга Сахих Аль-Бухари. Конечно же, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, не совершал попыток самоубийства. Это все клевета и романтические истории из Сахих Аль-Бухари. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الدائمه على آدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دراغي براتي сёстры это книга сахих البخاري важнейшая книга в суннитском учении важнейший и достовернейший сборник хадисов в суннитском учении. И в этом сборнике содержится очень важный и значимый поклеп и наговор и клевета в адрес его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, наилучшего из Аллаха. Клевета, которая кардинальнейшим образом Меняет наше представление о Его светлости, посланнике Аллаха. Алейхи, ва, алейхи, ва, и печальнее всего то, что эта клевета считается признанной версией образа Его Светлости, посланника Аллаха алейх, ва, алейх, ва, салям, в суннитском учении. Давайте обратимся и посмотрим, что говорится в этом хадисе, в котором наговаривается на Его светлость. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, алейхи ва Это издательство Шарикатуль Утс. Страница 1400. -я. Книга Китабу Табир, книга толкования снов. И первый раздел в этой книге, раздел, который посвящен началу посланнической миссии его Светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва, салям. В этом разделе содержится всего один хадис под номером 6982 в данном издании. Предание, как вы видите, довольно-таки большое, и передается это предание от супруги его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва, салям, от Аиши. В этом предании говорится о том, что когда его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва впервые получил откровение от Всевышнего, он был в смятении, он был испуган. И в страхе вернулся домой к своей супруге, ее светлости Хадиджи, алейха, попросил ее, ее укрыть себя, она укрыла его, он сказал, «Кад аля нафси, я боюсь за себя». То есть, получив первое откровение, его светлость посланника Аллаха, саллаллаху салям, вернулся домой, испуганный, напуганный, в смятении, и, обращаясь к своей любимой супруге, говорит: Адхашиту Аля Нафси, Я боюсь за себя, у меня страх за себя. И тогда ее светлость Хадиджа начинает его утешать и успокаивать, и говорить о том, и говорит, что что клянусь Аллахом, Всевышний никогда тебя не опозорит. Что клянусь Аллахом, Всевышний никогда тебя не унизит. Она утешает его светлость посланника Аллаха, алейхи согласно этому хадису. И далее перечисляет его достоинство. Его достоинство из-за которых Всевышний не должен был его позорить и унижать. И далее говорится, хадиджа, что Хадиджа направилась вместе с ним к некоему человеку по имени Варака ибн Науфаль. وهو ابن أم خديجة أخو أبيها и этот человек, Варака, был двоюродным братом Хадиджи. Вакана Имраан Танасара Фильджахилия. И он был мужчиной, который принял христианство во время до исламский период. Что он знал книги Ветхий Завет знал и переписывал и даже более того переводил Ветхий Завет на арабский язык. Переводил то что было угодно Аллаху. Ва к а н И он был довольно таки пожилым старцем, который к тому же и ослеп. Факалят <говорит> хадиджа. И хадиджа сказала ему, варака, Исма мин ибн Ахики Сказала, послушай, что говорит твой племянник. Имеется в виду его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Факаля варака. Ибн Ахи, мада О, сын моего брата, о мой племянник, что ты увидел? И тогда его святый посланник Аллаха саллаллаху пересказал ту историю, которая с ним случилась. Варака. И тогда Варака сказал, Хада на лади Что это тот самый ангел, который был неспослан Мусе, يا ليتني فيها جذا أن أكون حية أو يسلب يا بُلْ جيف حين يخرجك قومك когда твое племя будет изгонять тебя فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا مخرجيهم они будут изгонять меня فقال ورقة نعم Да, они будут изгонять тебя, говорит Варака. И Варака говорит, что ни один человек не приходил до сих пор с тем, с чем пришел ты, чтобы не быть изгнанным, преследуемым. И Варака говорит, что если я застану тот день, то я буду из твоих помощников. То есть обратите внимание, что здесь привлекает наше внимание. Посланник Аллаха, саллаху алейхи получив самое первое откровение, обретает страх, начинает бояться и находится в смятении, в растерянности. Приходит домой и говорит своей жене, что боится за себя. Его жена его успокаивает, его утешает. Потом берет своего супруга, и отправляется к своему двоюродному брату, который убеждает его святость, посланника Аллаха, وسلم, что он является посланником, что он является пророком, что тот, кто явился ему с откровением, является посланником Аллаха, что является ангелом, который в свое время явился Мусе. То есть сам Аллах и посланник Аллаха в лице, ангела Джибрииля не смогли убедить его светлость посланника Аллаха в том, что он является посланником Аллаха. И на секундочку обратите внимание, посланническая миссия его светлости посланника Аллаха является одной из важнейших пунктов исламского учения. После того, как мы утверждаем о том, что нет Бога, кроме Аллаха, мы утверждаем о том, что Мухаммад является его посланником. То есть это важнейшее положение, важнейшее положение в исламском учении. И сам посланник Аллаха, согласно этому хадису, согласно этой клевете, Сахих Бухари, не верил в это важнейшее положение исламской религии, не верил в свою собственную посланническую миссию, боялся. Чего он боялся? Боялся, что откровение ему не спаслается ни от Аллаха, а от кого-то еще. И здесь мы что видим? Мы видим, что Хадиджа его утешает. Хадиджа его уверяет в том, что это нет, это послание от самого Аллаха. Что Аллах не позволил бы тебе оказаться в подобном бедственном положении. А потом идет вместе с ним к своему двоюродному брату, который является старцем, который изучил и знает прежние книги, книги прежних религий, который также начинает убеждать его в том, что он является пророком. И только после этого. Его святость посланник Аллаха, слаллаху алейхи Салям якобы уверовал в том, что он является посланником Аллаха, слаллаху алейхи валиху И здесь возникает резонный вопрос: если человек сам самостоятельно не способен убедиться и уверовать в то, что он является посланником Аллаха, слаллаху алейхи валим, если само откровение и сам ангел, и сам Всевышний не способны его убедить в том, что он является посланником Аллаха, слаллаху алейхи валислам, если он. В этом нуждается в каких-то людях, в посторонних людях, которые убеждали бы его, утешали бы его и уверяли бы его, в том, что он является на самом деле посланником Аллаха, وسلم, то как подобно человек может кому-то проповедовать это свое учение? Кому-то может проповедовать то, что он является посланником Аллаха, ибо он сам в это не уверовал, ему самому необходимо в это уверовать и уверовал он в это благодаря обычному человеку, обычному старцу, который не является ни ангелом, ни пророком. Просто обычный человек. Это одна клевета в этом большом и длинном хадисе. Одна очень важная и меняющая наш взгляд на ислам и на его пророка, хадис и клевета. И далее в данном хадисе говорится Ва фатратан хатта хазинан набию وسلم, что откровение на какое-то время прекратилось. То есть его святой посланник Аллаха саллаллаху валихи получил первое откровение, засомневался, не уверовал в это откровение – Люди вокруг него убеждали его в том, что он получил на самом деле это откровение. Но потом это откровение, как говорится здесь, на какое-то время прекратилось. И так долго это длилось. То есть настолько долго длилось отсутствие откровения, что его светлый посланник Аллаха, саллалах вали и сам, якобы впал в депрессию. «Хазинан Набию» «Хузнан» «Настолько сильная была депрессия у Его святого посланника Аллаха, саллаллаху валиху алейкум, якобы, хузнан гада мин хумираран кайят радда мин рууси шабаа хигиль джибаль» «Настолько сильная депрессия была у Его святого посланника Аллаха, саллаллаху валиху алейкум, что он неоднократно совершал попытки суицида, что он неоднократно совершал попытки сбросить себя с вершины горы. И каждый раз, когда он поднимался на вершину горы, чтобы сбросить себя оттуда, табэт даляхуджибриил перед ним появлялся ангел Джабриил. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, согласно этой клевете, еще и был суицидником. И почему же он не покончил своей жизнью? Почему же он не сбросил себя с вершины горы? Потому что каждый раз, говорится в, этом, в этой клевете на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи алейх, что, ауфа минху навсах, что каждый раз, когда он поднимался на вершину горы, чтобы сброситься оттуда, перед ним появлялся Джебраил и уговаривал его не делать этого, останавливал его от самоубийства. И вся эта клевета является убеждением суннитского учения к величайшему сожалению является одним из хадисов из сахих аль-бухари, который является достовернейшим сборником хадисов в суннитском учении. Обратите внимание, Аллах в священном Коране говорит. <связывая> Согласно этому аяту, поминание Аллаха придает человеку спокойствие и уверенность, и величайшее испоминание Аллаха, коим является священный Коран, откровение, неспосланное на сердце Его светлости посланника Аллаха, не только не предало непосредственному и главному своему адресату, то есть Его светлости пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи спокойствия и уверенности, но более того, обратила его светлость Мухаммада, саллаллаху алейхи валихи алейхи ва салям, в смятение, неуверенность и сомнение. И в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит. <святый раз> То есть откровение, неспосланное на сердце его святости посланника Аллаха придают верующим людям еще больше веры. Но, согласно этому хадису, этой клевете Исахиха Аль-Бухари, откровение Всевышнего не только не придало веры, Сейдуль Муминин Господину верующих и главному верующему, наилучшему из людей, наиумнейшему из людей, но и более того вселила в него сомнение. Этот хадис и эта клевета из Аль-Бухари еще больше унижает откровение от Аллаха, священный Коран, тем, что для наилучшего из людей некий слепой старец был убедительнее, чем откровение от самого Всевышнего Аллаха чем слово самого Всевышнего Аллаха. И, конечно же, это страшнейшая клевета на его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, ибо дело обстояло совершенно иначе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, с первого дня получения откровения никогда, ни на мгновение, ни на секунду, ни на доли секунды не сомневался в своей посланнической миссии. Конечно же его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, не совершал попыток самоубийства. Это все клевета и романтические истории из Сахих Аль-Бухари. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.